Всем привет на моем канале. Сегодня мы поговорим о бирже Binance, а точнее я покажу лучшие способы, как купить криптовалюту. Почему на бирже Binance? Потому что это самая топовая биржа, самая, как по мне, безопасная. Все ней пользуются, поэтому я рекомендую биржу Binance. Кто не регистрировался, зарегистрируйтесь. Как всегда, все ссылочки и описания будут под видео. Для чего нужно покупать криптовалюту? Ну, к примеру, вы хотите просто вложить деньги в криптовалюту, либо заниматься торговлей, либо, допустим, как и я, инвестировать в интернет. Напомню, что я инвестирую в несколько проектов фонда Мир Capital, Magic Trading. Можете посмотреть на моем канале, я уже записывал видео. Вот. Ну, к примеру, вы хотите инвестировать в Magic фонд Amir Capital, там, к примеру, сумма $100. И там можно инвестировать либо в биткоине, либо в эфириуме, либо в USDT. И где-то нужно купить. Поэтому я покажу самые простые и проверенные способы. Да, по поводу способов. На бирже можно пройти верификацию, можно не пройти. Так, поэтому я покажу способы для верифицированных пользователей и для неверифицированных. Я верифицировался, поэтому я могу покупать всеми способами. Первый самый простой способ. Заходите в раздел «Кошелек». Вот как сейчас видите, в раздел Fiat и Spot. Загружается страничка с вашими кошельками. Далее нужно выбрать валюту, которую вы будете покупать. Ну, давайте покажу на примере USDT доллара. Вот, видим, здесь есть ввод, есть вывод. Нажимаем ввод. Загружается страничка, где будет указан ваш кошелек. Вот. Это будет ваш личный кошелек, куда нужно будет перевести средства. Еще раз, это для неверифицированных пользователей. То есть вы просто прошли регистрацию, не верифицировались. Хотя я вам рекомендую пройти верификацию. Это очень просто. И у вас будет больше возможностей по бирже и по функционалу. Чтобы пополнить таким способом, я предлагаю воспользоваться обменником BestChange. Кто не слышал, знаете, один из самых топовых обменников, аналитиков, где можно поменять любую криптовалюту, оплатить разными средствами. Также видео записывал, должно быть на канале, ссылочка тоже будет. К примеру, вы гражданин Украины, хотите, допустим, платить монобанком, с целевой графе выбираете банк. Допустим, либо вы живете в России, выбираете Сбербанк. Ну, давайте на примере покажу монобанка. Справа в графе нужно выбрать, какая вам нужна криптовалюта. Мы выбрали USDT. Вот здесь есть расширение. Монета есть ERC-20 и TRC-20. Это очень важно, когда выбираете. Здесь у нас стоит кошелечек ERC-20. Вот здесь есть USDT. ERC-20. Дальше открываются обменники, курсы. Как здесь видим, здесь указаны лимиты. От скольки до скольки кто торгует. Дальше открываем калькулятор. Допустим, чтобы получить $100, да, здесь указывайте сразу, чтобы посмотреть с учетом комиссии и рассчитать. Жирным выделяются те обменники, которые согласны с вами сотрудничать и по вашим лимитам. Как видим, не все хотят продавать $100. У каждого обменника есть свой лимит. Если мы, допустим, поставим $1000, обменников добавится больше. Далее, вы выбираете обменник на свое усмотрение. Как бы я рекомендую по отзывам выбирать, ну, к примеру, вот. Обменник, у него очень много отзывов. Ну а там, в принципе, как вы будете выбирать, выбирайте сами. Нажимаете, открывается вкладка, в котором нужно будет указать. Вот даете. Опять нужно отметиться. Где здесь? Вот монобанк. Здесь получаете
ERC-20. Заполняете данные, вот допустим, получаете 100, 1000 мы писали. Вам нужно будет отдать, оплатить картой 28 тысяч. И дальше нажимаете обменять и проходите режим оплаты. Это первый способ для неверифицированных пользователей. Далее, если вы верифицировались, заходим в раздел, вот здесь, как видим, купить криптовалюту. Второй способ — это с помощью кредитной или дебетовой карты. То есть напрямую вы можете оплатить картой без каких-либо обменников. Ну, к примеру, вы хотите купить биткоина. Здесь можете указать валюту, в какой стране проживаете, какая карта у вас будет, ну, к примеру, гривна. Да, вы хотите купить 5000 гривен биткоина. Получите вот такую вот сумму сразу на свой кошелек. Нажимаете продолжить, подвязываете карту и оплачиваете напрямую. Тоже кому как нравится. Если вы не хотите сторонних обменников использовать, можете оплатить напрямую. И третий способ, тоже заходите в раздел «Купить криптовалюту», это P2P торговля. Это торговля только в среди верифицированных пользователей биржи, то есть посторонние здесь не будут торговать мы. Вот. Как здесь торговать? Ну, к примеру, вам нужен опять же USDT, хотите вы оплатить гривной. Выбираете способ оплаты, к примеру, PrivatBank. Загружается список. Здесь расписаны лимиты. Вот этот человек, допустим, продает $200, у него лимит. У него доступно. У этого 180, 280. То есть тут будут указаны лимиты, у кого сколько вы будете оплачивать. Здесь выбираете сумму, сколько вы готовы отдать. Ну, к примеру, 10 тысяч гривен. Нажимаем поиск, открывается список, у кого вы можете купить такую сумму. Как видим, вот, допустим, у этого пользователя можно купить, у него доступно $1200. Нажимаем купить, открывается окошко. Допустим, я хочу оплатить, ну, получить $400 у этого пользователя. Нужно оплатить такую-то сумму. Нажимаем купить. Ваш заказ переводится вот такое вот окошко. Здесь высвечивается номер карта, фамилия, кому оплатить, и PrivatBank, то есть реквизиты. Переходите в свой банк, к примеру, ну, PrivatBank 24, оплачиваете по этим реквизитам эту сумму и нажимаете оплатить ордер. Биржа проверяет все платежи и вам перечисляет на ваш счет полученные деньги. Вот такие самые три популярных способа, как купить криптовалюту на данной бирже. Кому было что непонятно, пишите в комментариях. Также я ставлю свой телеграм в описании. Обращайтесь. Всем спасибо за просмотр.